Сегодня 17 апреля 2022 года. Опять о суставах. Вариант второй уже. Сустав, и в точности сустав человека, и крупные суставы – это коленный сустав. И состоит он, соответственно, из двух или нескольких костей, смыкающихся скользящей поверхностью, покрытый, соответственно, хрящами, и весь сустав покрыт суставной сумкой. Внутри суставной сумки вместе эта сумка и хрящи, поверхность хрящей, значит, покрыта синовиальной тканью. И внутри этой синовиальной, как бы герметический мешок, находится суставная жидкость, синовиальная жидкость. Эта синовиальная жидкость, самое главное, что синовиальная жидкость, она все время продуцируется, все время куда-то удаляется. И таким образом она обновляется с каким-то периодом. Это, соответственно, для того, чтобы внутри суставные ткани могли питаться и получать энергию. Получать строительный материал также для достраивания тех же хрящей, той же... Нет, хрящи, наверное, все-таки идут от кости, но неважно. Значит, получается, что вот эта синовиальная жидкость, которая, то есть внутрисуставная жидкость, она является как бы главной в суставе. И от ее состава, от насколько она быстрее обменивается, это так же, как кровь в организме, и она доставляет питательные вещества и энергию именно для функционирования самого сустава, насколько он будет гладкий, скользящий и упругий в плане там, где соприкасаются кости через хрящевые поверхности. Соответственно, если, например, делается искусственный сустав, то есть ставится состав искусственный, это именно суставные поверхности, заменяются суставные поверхности, те хрящевые поверхности, которые скользят между одним между другим, они, значит, заменяются пластик, обычно пластик и металл, то есть в сочетании. Соответственно, это уже не является, то есть они уже не покрыты синовиальной вот этой вот оболочкой внутрисуставной и, соответственно, не участвуют в обмене синовиальной жидкости. И это самое главное. Получается, что как бы вот эта вот герметичность, она становится нарушена на уровень этих искусственных поверхностей, то есть на объем этих искусственных поверхностей. То есть это примерно, скажем, наверное, 1/3 или половина объема. И, соответственно, синовиальная жидкость не продуцируется в том объеме или так правильно, как бы она продуцировалась, если бы весь сустав, как раньше, весь здоровый сустав был внутренняя его поверхность покрыта этой синовиальной оболочкой. Причем, то есть это герметичная должна быть, но сейчас опять изначально о физиологии, нормальной физиологии, не об искусственном суставе. Вот. И получается, что каким-то образом сустав, когда он здоровый, вот та синовиальная жидкость, которая производится и удаляется одновременно, то есть она несет в себе еще и информацию о том, насколько должны, как сказать, регенерировать поверхности самой синовии, этой вот оболочки, и хрящей, которые выстилают под этой синовией, выстилают костные суставные поверхности, которые, соответственно, скользят между собой. И самое главное, то есть когда речь идет о нарушении, о деградации сустава, об артрозе, да? Артрозе, не воспалении, но разрушении сустава, идет речь об разрушении в первую очередь хрящей, то есть хрящей под этой синовией, под этой синовиальной оболочкой. То есть хрящ сверху еще покрыт вот этой вот тонким слоем оболочки, которая продуцирует жидкость и, соответственно, дает сигналы на восстановление, на регенерацию хряща. И поэтому, поэтому при любых воспалениях, соответственно, увеличивается объем продуцирования суставной жидкости, но
не увеличивается отток или, как сказать, удаление этой суставной жидкости, поэтому получается разбухание или отеки. Отеки сустава внутри сустава. Вот это, наверное, в основном. Хорошо, попробуем так.